И поблагодарим Господа. Внимательно выслушайте благодарственные молитвы. Подходите. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не отверг меня, грешника, но удостоил меня приобщиться святынь Твоих. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься, причистых Твоих и небесных дорог Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас умерший и воскресший, даровавший нам эти страшные, жертворящие Твои таинства, благодеяния, освящения душ и тел наших, сделай, чтобы они были и мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, просвещение чей сердцем его, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, соблюдение заповедей Твоих, умножение божественной Твоей благодати, Твоего царства приобретения, чтобы сохраняемый ими во священии Твоем я всегда помнил милость Твою и жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки и Благодетеля. И таким образом, уйдя из вечной жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих, бесконечное наслаждение взирающих на несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинная цель стремления и неизъяснима радость любящих Тебя, Христе Боже наш. И Тебя воспевает все творение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне, и за причащение причистых и сотворяющих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой и человеколюбивый, сохрани меня под кром Твоим, и в тени крыльев Твоих, и дай мне чистую совесть, и до последнего моего духа достойно причащать со святынь Твоих, прощение грехов и в жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, поддать им благ, и Тебе славу высылаем со Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Дальше пищу мне плоть Твою добровольно, Ты огонь сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела, мне во все суставы, во внутренности, в сердце, сожги терни всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств, его меня пригвозди страхом пред тобою. Всегда защищай, охраняй и береги меня от всякого вредного для души дела и слова, очищай, омывай и устрояй меня. Украшай, вразумляй и просвещай меня, яви меня твою обителю единого духа и уже не обителю греха. Чтобы бежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть, как от дома твоего, как от огня. Ходатаями за себя тебе представляю всех святых, начальников, воинств бесплотных, предтечу твоего, мудрых апостолов и сверхих твою непорочную чистую матерь. Прими их молитву, милосердный Христос, мы сыном света соделай твоего служителя. Ибо ты единое благое освящение, а также сияние душ наших, и тебе, как подобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, кровь Твоя драгоценная в прощении грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня, грешника, стать справа от славы Твоей. По ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченный моей души, надежда, покров и бежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойно стать причастником причистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовный очи сердца моего. Источник бессмертия родивший, оживи меня умершленного грехом. Милости у Бога, любящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, и удостой меня до последнего моего вздоха. Не в осуждение принимай святыню пречистых таинств, но в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Тебя все дни жизни моей. Ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоей. И святая Владычица Богородица, свет помраченной моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником причистого тела и драгоценной крови Сына Твоего. Но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердцем Его, источник бессмертия родивший, оживи меня, умершленного грехом. Милости у Бога, любящая милосердие Матерь, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение в сердце мое, и смирение мыслей моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, и удостой меня до последнего моего вздоха.
Не в осуждение принимает святыню пречистых таинств, но в исцеление души и тела. И подай мне слезы покаяния и благодарения, чтобы мне воспевать и прославлять Слово Тебя в сине жизни моей. Ибо Ты благословенна и прославлена во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка. По глаголу Твоему с миром, яковидисто, очи мои, спасение Твое, ежесть уготовал пред лицем всех людей, свет Твое откровение и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую слово Твое, им же боголепно научил исти, естество сущих уяснил иси, человеческие обычаи украсил иси. Царское священие, Отче преподобный, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился есть основание непоколебимой Церкви, подая всем некрадуемое господство человеком. Запечатлея Твоими велениями, небоявленья Василия преподобнее. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложно, не бред, не предвид грешных молений глаз, и на предвореко благая на помощь нас верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующих, присно Богородице, чтущих Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Там свет. Домой.
пропусти. Может, мимо допьешь. Мимо. Не обязательно. Мимо? Мимо. Мимо. Довезу, довезу. Не переживай. В этой школе все. Что это, да?